Во дворе дома номер 12 на улице Рябикова всегда играют дети. Излюбленное место детворы – игровая площадка. Только вот за десятилетие она пришла в негодность. Детские качели устарели и выглядели уже не так привлекательно. Инициативу благоустройства дворовой территории взял на себя местный ТОС «Восход». Летом жители выиграли в конкурсе «Комфортная городская среда» среди территориальных самоуправлений и получили 500 тысяч на новую детскую площадку. В нашем ТОСе проживает более 300 детей, и у нас на территории ТОС Рябикова 16 имеется социально значимый объект здравоохранения. Это детская поликлиника номер 6. Все посетители, мамочки с детьми, соответственно, пока ждут приема врача, гуляют тоже в нашем дворе. Соответственно, проходимость на нашей детской площадке очень большая. Детей очень много. Первоначально территорию под новую площадку выровняли. На этом месте будут установлены новый игровой комплекс. Скамьи-качалки, двойные качели, песочница. Местные жители с нетерпением ждут новую игровую зону. Нам, значит, решили поставить новую площадку. Мы этого ждали. Нас об этом предупреждали. У меня вот лично двое детей, которым очень любят здесь играть. Всего на реализацию проекта затрачено 675 тысяч рублей. 500 тысяч были получены за счет победы в конкурсе, остальные денежные средства внесли местные жители. Кирилл Савосин, Марат Мигдеев, Управда ТВ.